Вітаю, це студія «Репортер», це прямий ефір. Мене звуть Костянтин Гречаний. Ми будемо зараз працювати для вас, власне, обговорювати те, що відбувається в нашій країні, а відбуваються в нас насправді жахливі події. Російська Федерація на нас напала. Скільки все це триватиме? Ми поговоримо з Михайлом Кацаним. Вітаю вас, Михайло. Політолог, політтехнолог, міжнародник. Не буду перелічувати всі ваші регалії, але ви не вперше в нашій студії. Я думаю, що наші глядачі, які слідкують за нашим ефіром, вас чудово знають. Скажіть, на вашу думку, от Російська Федерація на нас напала. Яка кінцева мета? Спасибо, Кость. Я попрошу, а то просто сложно говорить, убрать вот параллельный эфир какой-то, я слышу. Можно добавить? Да. Я зараз попрошу ведущего. Да, ребят, уберите, пожалуйста. Да. Все, супер. А, спасибо большое за вопрос, за приглашение, Константин. Очень сложное время. Здравствуйте, уважаемые одесситы. Очень рад видеть вас в прямом эфире телеканала «Репортер». Цель Путина, она, в принципе, очевидна. Давайте так все по полочкам. Действительно, Владимир Путин изменился за последние 22 года. Это говорят все, и приближенные Путина. А за 22 года Путин сильно изменился. Фактически мы имеем дело с четвертым Путиным. Но вот этот четвертый Путин по сроку своих правлений, да, он отличается от всех предыдущих Путинов тем, что Путин одержим конкретной идеей. Вот если предыдущие Путины, они... больше были одержимы какими-то благами, дворцами в Геленджиках и прочее. Вот нынешний Путин одержим конкретной теоретической идеей. Да? Эта идея действительно восстановления российского влияния геополитического. Естественно, она не сформулирована в форме восстановления Российской империи. Но она формулируется как восстановление российского геополитического влияния, природной сферы российских интересов. Только ведь проблема в том, что... В лапках природнее. Только для России природная сфера интересов. Для России природная сфера интересов. Только проблема в том, что в 21 веке это уже не носит. А чтобы к тебе тянулись, нельзя приходить в чужую страну с агрессией, с нападением и пытаться сделать так, чтобы тебя полюбили. Так это не работает. В 21 веке государства, они становятся глобальными игроками не за счет военно-политической силы, а прежде всего за счет экономической силы. Путин этого не понимает. И Путин живет вот этими доктринами. Он борется с почившим Бозе, с Советским Союзом. Он борется с Лениным. Вот вдуматься, чем занимается Российская Федерация. Вместо того, чтобы смотреть в будущее, они вечно борются с прошлым. Путин и российские дипломаты знают только два слова. Гордиться и обижаться. Гордиться и обижаться. Они на всех обижаются, их никто не понимает, на Запад не понимает, нас НАТО не понимает, нас Украина не понимает, все не понимают Россию. А когда тебя все не понимают, проблема не во всех, проблема в тебе. Это сознательный был выбор Российской Федерации, собственно, превратиться в страну агрессора. Ну почему агрессора? Ну когда аннексируют Крым, когда оккупируют отдельный район Луганской и Донецкой области, и когда... начинает полномасштабное вторжение в Украину. Это вообще, знаешь, Костя, вот я тебе хочу сказать, что это определенный Рубикон. Ты посмотри, сколько в России публичных деятелей заявило протест против агрессии России. Какие до этого целиком были которые не были лояльны. Послушай. Внучка Бориса Николаевича Ельцина, первого президента, она на секундочку, внимание, дочка Валентина Юмашева, зятя Ельцина, и внимание, советника Владимира Владимировича Путина. Дальше. Ряд исполнителей, певцов, они сделали свои комментарии публичные. Дальше. Юрий Дудь сделал свои комментарии. За это, кстати, ему сейчас грозит статус иностранного агента в Российской Федерации. Но там так расправляется с оппозицией. Это то, что Российская Федерация хочет видеть у нас. Чтобы у нас... оппозиции раздавали статус иностранных агентов. Вот Россия вот это несет в Украину. Я дивився телеканал «Дождь», там фактично все УСИ были зі статусом иностранных агентов. Починаючи з Шендеровича и так уже Дудю может прилететь. А Дудь же у него украинские корни, ну что ему говорить. И так многие другие, даже перечислять не стоит. Меня, я тебе скажу честно, меня удивила позиция Грузии. В 2008 году Виктор Ющенко, зная, что он спровоцирует конфликт с Владимиром Путиным, он прилетел в Тбилиси поддержать Грузию, поддержать Михаила Саакашвили. А что мы услышали от премьер-министра Грузии, господина Грибашвили, по-моему, если я не ошибаюсь?
Он заявил давай о том, для Грузии, а влады Грузии, нынешние власти. Хорошо, Грузии. Власти Грузии. Что мы услышали, что Грузия, значит, не будет вводить санкции против Российской Федерации, не считает это разумным и правильным, и не будет лететь в Украину, грузинский премьер, потому что нет рейса в Украину. Смешно. Значит, это просто предательство со стороны грузинской, нынешней грузинской власти. Это удар, это нам відповідь это за Саакашвили. Я, я думаю, что нет, это відповідь за Саакашвили. Нет, нет, потому что они боятся Россию. Грузия боится Россию. Именно Грузия, грузинская власть боится Россию. Но там поэтому... влада трохи еще раз, пов'язана з Російською Федерацією. При чем тут Саакашвили? Причем тут Саакашвили? Это хорошая отмазка была бы для грузинской власти сказать, что мы не летим из Саакашвили. Дело не в Саакашвили. Дело в том, что они боятся российской власти. И я тебе хочу сказать, что я горжусь своей страной, я горжусь Украиной, я горжусь тем, как сейчас украинские войска, украинская территориальная оборона, как они вообще выстаивают и как жестко себя ведут по отношению к российскому агрессору. Я горжусь президентом Владимиром Зеленским. Я человек, который голосовал за Петра Порошенко, я горжусь президентом Владимиром Александровичем Зеленским. Это мой президент, это президент нашей страны, и это президент, который действительно оправдывает свое гордое название президент. Это гордый статус. Это действительно фантастика. Я не ожидал, что наш президент будет так действовать. Он большой молодец. Теперь по поводу России. Вот у меня недавно состоялся разговор с одним человеком, значит, который очень хорошо знает политический истеблишмент России. И он мне рассказывал про своих, значит, двух знакомых сенаторов Российской Федерации, в Совете Федерации, которые ему вот буквально позавчера сказали: «Боже, как нам надоел уже Путин! Ну, боже, как надоел нам Владимир Путин!» Но они не могут это публично сказать. Они не могут это публично сказать. И это же не только два сенатора. Ну, я же не проводил опрос среди сенаторов. Но я уверен, что это консолидированная позиция. Но я же слушаю российских экономистов. Я... общаюсь с разными людьми, и я понимаю, что им очень надоел Владимир Владимирович Путин. Потому что они устали от санкций. Вот сейчас все пострадали: Сбербанк, пострадал ВТБ-банк, пострадали другие крупные российские олигархи предприятия. Пострадали, олигархи. Да. Пам'ятаєте Радбез, де він просто знущався над Нарышкиным? Ну, да, ніби знаешь, людина, яка повністю в його команді. Знаешь, знаешь, когда-то... Ну, відверто в публічне знущання. Когда-то Шарль-Мелі-Стелеран, значит... известный французский дипломат, он на, собственно, поступок Наполеона по убиению герцога Ангиенского, одного из наследников семьи Бурбонов, да, он сказал, что это больше, чем преступление, это ошибка. И действительно, через 10 лет после убийства герцога Ангиенского Наполеон лишился власти. Поэтому это действительно то, что сделал Путин в отношении Украины, это больше, чем преступление, это ошибка. И действительно, вот знаешь, я тебе скажу так, что я не проводил социологические исследования, но вот посмотри, после аннексии Крыма, после оккупации отдельных районов Луганской и Донецкой области, значит, ну, будем так говорить, в Одессе 50% были настроены резко по-украински, 50% настроены латентно пророссийски, но не подавали виду. После того, что произошло, начиная с этой недели, начала этой недели, я тебе уверяю, что даже среди одесситов осталось, ну, может быть, 10%, которые лояльно относятся с симпатией к господину Путину. Ну, звісно, Путин, коли його ракети летять в їхні будинки, Путин, то звісно. Путин своей агрессией, своими ракетами, тем, что слышна стрельба возле Одессы, да, а тем, что так постоянно... И в Одессе беспосередньо. Да, и вот это вот, вот Путин окончательно, значит, окончательно отвратил даже вот Одессу, да, от, собственно, России. И вот это о многом говорит, да, вот это о многом говорит, что, и слава Богу, кстати, что Одесса постепенно превращается и уже превратилась в патриотический украинский город. Это очень важный вопрос, не в марше. А вопрос самоощущения людей, как они помогают армии, как они поддерживают президента Украины Владимира Зеленского. Да, я знаю, что есть люди у нас в Одессе, которые себя ведут по-разному. Есть те, которые, ну, скажем, они выжидают, да, чья возьмет. Но это же люди не... ну, это же, скажем так, это отдельные представители, выдающиеся, да,
Но это же не рядовые одесситы. А вот рядовые одесситы, они за Украину. И я горжусь нашими вооруженными силами, я горжусь нашей службой безопасности Украины, я горжусь нашими правоохранительными органами, что они справляются. И обрати внимание, в отличие... Вот я бы тут разделяв, відверто кажучи, Збройні Сили України і правоохоронні органи, там, ну, є, смотри, є питання, Кость, є великі я питання понимаю, до правоохоронних смотри, органів. Смотри, Кость, я все прекрасно понимаю, но если сравнивать с 2014 годом, я вижу, как себя ведут люди, и я понимаю, что есть координация. И я действительно горжусь нашими партнерами из Соединенных Штатов Америки. Они смогли Украине поставить необходимое милитарное, необходимое летальное вооружение с тем, чтобы Украина могла сопротивляться. Если бы не наши партнеры западные, а украинская армия не смогла бы сопротивляться. Безумовно, безумовно. И это, конечно, вот знаешь, Костя, я думаю, что это действительно момент X. Вот как ты знаешь, уже сегодня президент заявил о возможности нейтралитета Украины. Подхватил это Песков, якобы не готовы отослать в Минск делегацию, то есть вести переговоры. Время работает на Украину. Чем больше мы держимся, тем для России эта война становится очень тяжелой. Они рассчитаны на блицкриг. Это тот самый моральный... Знаешь, я вот задавал вопрос буквально за несколько дней в своих эфирах до своим спикерам. Вот что для России может стать тем моральным ущербом, который надломит ее волю. Да, вот мне кажется, что этот моральный ущерб, он скоро вот достигнет критической точки. Уже известно, сколько российских солдат, непонятно почему, погибли вот в этой войне. Я горжусь митрополитом Ануфрием, который четко задекларировал свою позицию. И напоминаю, это руководитель, митрополит Украинской Православной Церкви, да, которая относится к Московскому Патриархату. Он четко задекларировал свою позицию против войны, за Украину, против оккупации. Я горжусь. И это еще одно свидетельство того, что у нас нет никакой разобщенности, у нас общество консолидировано. Это очень важная позиция митрополита Ануфрия. Я горжусь абсолютно всеми церковными деятелями, которые высказывают свою позицию. Михайло, да. На вашу думку, як політолога, яка основна мета Російської Федерації, ну не Російської Федерації, давайте будемо казати відверто, Володимира Путіна в цій війні, да? Тому що от Михайло Подоляк вчора озвучив, що це зачистка урядового кварталу, зміна влади в Україні, а щодо території, ну наскільки далеко там пройдуть, настільки пройдуть. Ну, принаймні, має бути хоч якась перемога, щоб вони там відзвітували, да, принаймні це адміністративні кордони Луганської та Донецької області. Смотри, от що найменше. Смотри, Кость, я думаю следующее. Сейчас на Россию, безусловно, давит, в том числе внутреннее давление, и как бы Путин себя не вел, все-таки есть люди, я в этом уверен, более того, я знаю, которые готовы к нему зайти, и, собственно, которые готовы Путина призвать остановить это агрессивное безумие в адрес Украины. Значит, это первое. Второе. Я думаю, что сейчас возникает уникальное окно возможностей, которое Россия должна использовать. Украина сама заявила о готовности своего нейтралитета. Аккуратно заявил президент и Подоляк. Но это заявление. Что это означает? Что мы готовы приостановить свое формальное, ну, условно говоря, там, свою формальную интеграцию. Это должно обсуждаться. Интеграция Европейской Союза, интеграция в НАТО — это разные вещи. Евроатлантично, я сказал, да. Не, євроатлантичне – це якби і то. Ну, хорошо, пусть... Ні, євроатлантичне – це тільки НАТО окей, стосується. НАТО, хорошо. Ну, ми говоримо об одному і тому ж. Угу. Значить, якщо і так нас не беруть в НАТО, як ми побачили, єдине, хто в стані захистити Україну – це сама Україна. Угу. Тому ми можемо на це піти. Піаровськи нам це нічого не стоїть. Внести змінення в Конституцію, якщо почитають нужно президента, ці змінення будуть внесені. Трагедия из этого большой не случится. Но ни в коем случае... Я буду выглядать. Но ни в коем случае... Вот еще раз. Значит, на вот эту уступку мы можем пойти. Но ни в коем случае, и на это президент никогда не пойдет, связанное там с демилитаризацией и прочее. Угу. Этого никогда Россия не увидит. Украина никогда не даст свое оружие. Украина обязана себя защищать. А по поводу НАТО, ну послушайте, ну нейтралитет, так мы и сейчас формально, президент прав, у нас формально сейчас нейтралитет. Мы не принадлежим никому блоку. Нам в идеальном порядке помогает? Все помогает, пожалуйста. Значит, садимся, договариваемся. Путину, если... Тут смотри, тут должно быть принципиальное решение Путина выйти из этого конфликта. Если Путин уже готов, а Путин же все равно зависит от людей. Если он по закрытым общественным опросом общественного мнения, увидит, что люди устали от вот этой глобальной войны, устали от этого глобального конфликта с Украиной,
значит, он тогда пойдет на попятную. Если он хочет выйти из кризиса, если хочет Путин выйти из этого кризиса, значит, Украина... А не хочет? Вот еще раз, это будет зависеть от опроса общественного мнения. Люди, послушай, вот я послушай. Я сомневаюсь. Послушай, послушай, я вот я тебе могу сказать, что у меня есть знакомые, с которыми у меня принципиальные противоречия, да. Значит, эти знакомые, они пропутински настроены, а я настроен проукраински. И так эти пропутинские знакомые, они, естественно, живут в России. Так они мне вчера позвонили и сказали о том, что у них работы нет. Уже как несколько дней после старта вот этой агрессии. Вот к чему привела вот, вот эта вот агрессия. Это, россияне фондовые рынки обвалились. Россияне теряют там работу. Рубль там, обвалился. Там, все. Ну, там все погано. Поэтому... Але ж він свідомо на це йшов. А, я вважаю, от я суб'єктивно вискажуся, я дуже рідко, як ведучий, суб'єктивно висловлююся, але я вважаю, що він хвора людина, що він йде просто до кінця. Значить, я думаю, що при всьому при тому, значить, можна в качестві алегорії, звісно, сравнювати Путіна з відомим лідером націонал-соціалістичної Германії, господином Гітлером. Но это будет, знаешь, достаточно такое сравнение вульгарное, да, потому что это разные два политические деятеля. Мы сейчас говорим абстрактно. Але говорим... воно перше, що приходить на розум, нет. Гитлер – это был абсолютный фанатик, который был готов погибнуть за свою фанатическую идею. Я убежден, что у Путина есть теоретические воззрения, но, еще раз, у Путина есть теоретические воззрения, но он не фанатик пока. И вот сейчас мы видим, если он не фанатик, если он увидит опрос общественного мнения и поймет, что его народ страдает от агрессии в адрес Украины, значит, тогда Путин пойдет на попятную и возьмет... Фактически Украина ему протягивает руку пиаровского спасения. Сейчас Путин может подписать эти документы. Даже если мы провозгласим формальный нейтралитет, он не играет никакой роли. Через 10 лет, когда возникнет вопрос интеграции Украины в НАТО, мы не знаем, будет ли НАТО, а будет ли вообще Путин? Но что вообще будет? Да. Піднятою головою, конечно, да, еще раз. Если мы, нам главное, еще раз вопрос. Михайло, сколько это все триватиме, на вашу думку? Я думаю, это все зависит от, ну, как бы от случая. Я думаю, что это может длиться долго, да, но больше двух недель. Військова больше операция. Двух недель. Но мне так кажется, что... Вистачить у них ресурсов? Чи вистачить ресурсов у нас? У нас, смотри, Кость, я думаю, что у нас хватит ресурсов. Нам помогают наши западные партнеры. Еще раз. А в них? У них тоже хватит ресурсов, но дело же не в ресурсах. Ну, вони фактично сухопутной армии вони задіяли. А, Кость, я думаю, что не хватит ресурсов. Вопрос в другом. А вот они рассчитывали на блицкриг. Блицкриг сорвался. Они увидели, что Украина не развалилась, как развалилась в 2008 году Грузия, да? Угу. Ну, то есть, ну, по факту, ну, в Саакашвили... Трохи не факту, Грузия, и за розмірами, и за підготовкою армии. Послушай, да, но украинская армия доказала, что украинская армия... Мы сейчас воюем вообще со второй армией в мире. Ты вообще понимаешь, что сейчас мы можем гордиться своей страной, потому что мы показываем достойны отпоры, даже российские пропагандистские СМИ вот это признают, что украинская армия отказывает достойный отпор российской армии. Ну кто мог ожидать вообще там, что украинская армия настолько боеспособна? Я же говорю, что мы из этой войны выйдем окрепшими. Ни в коем случае, ни о какой демилитаризации не может идти речь. Это Путин может забыть. Ему нужен формальный нейтралитет. Если наш президент Владимир Зеленский примет такое решение, значит, будут подписаны соответствующие документы. Я хочу повторить. Это очень важный тезис. Значит, сейчас нас в любом случае ближайшие там, 10 лет не примут в НАТО. Через 10 лет будет другая в России власть, будет другая ситуация. Если будет существовать НАТО, и если украинская власть посчитает правильным, мы присоединимся в НАТО. Я полностью поддерживаю своего президента. Если он считает правильным такую переговорную позицию, значит, я его поддерживаю. Михайло, я думаю, на цьому будемо завершувати. Я вам дякую за... Слава Україні! Героям слава! Я вам дякую за цікавий ефір. Дай Бог, щоб все це скоріше завершилося. Можна хоч два слова зрителям сказати? Будь ласка. Уважаємі зрителі, ну, ми реально живемо в дуже класній країні. От дуже класній країні. Я відкриваю ленту Фейсбука, бачу, як реагують люди, бачу, що люди пишуть. Боже мой, реально, ну... А порой ты не ценишь, в какой классной стране ты живешь. Ну, честно, но я за эти два дня понял, как мне повезло, что я родился в Украине, и как мне повезло, что
я живу не просто в такой свободной стране, а в такой организованной стране, которая не только смогла достойно себя повести во время революции, достоинства оранжевой революции, но себя ведет организованно и достойно, когда против нашей страны выступила вторая по численности армия мира. Поэтому я горжусь Україною і уверен, що ви гордитесь Україною. Слава Україні! Я приєднуюся до кожного слова Михайла Кацина. Дійсно, в нас дуже багато проблем. Це і великі тарифи на комуналку, і дійсно є і бідність. Але ці всі проблеми, окрім нас, ніхто не вирішить. І абсолютно точно не вирішить армія, яка вторгнеться на нашу територію, яка вже вторглася на нашу територію. Давайте будемо патріотами своєї країни. Для вас працював Костянтин Гречаний. Залишайтеся з репортером.